Сотрудники водно-спасательного отряда департамента ПЧС в ходе поисков спасательных работ обнаружили тело молодого мужчины, утонувшего в реке Сырдарья 10 июля. На поиски утонувшего спасателям потребовалось 4 суток. 14 июля рано утром в 7:00 6 человек личного состава, одна техника и одно плавсредство оперативно-спасательного отряда завершили водолазно-поисковые работы на реке Сырдарья. Возле реки, возле моста Байыркум по реке Сырдарья в населенном пункте Акдала было найдено тело юноши 1991 года рождения, который утонул 10 июля в не приспособленном для купания месте. При неизвестных обстоятельствах он утонул. На поисково-спасательные работы, кроме оперативно-спасательного отряда, также были задействованы 10 человек местного населения и сотрудники местной полицейской службы. Очередное ДТП в 9 часов вечера было зарегистрировано на печально известном перекрестке проспекта Кунаева и улицы Джандосова. Здесь столкнулись две автомашины марки Toyota Camry. По словам очевидцев, оба автомобиля двигались по проспекту Кунаева навстречу друг другу. Столкновение произошло, когда одна из машин свернула налево на улицу Джандосова, не пропустив автомобиль, двигавшийся прямо по проспекту. В результате аварии травмы получили 4 человека. Их врачи скорой помощи доставили в больницу. Сейчас полицейские выясняют степень вины каждого из водителей. А днем примерно в 3 часа сообщение о пожаре поступило из села Акбастаут Либийского района. По словам свидетелей, неизвестный человек бросил в траву незатушенную сигарету, в результате чего она загорелась. Огонь уничтожил около гектара сухой травы. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Сотрудники департамента внутренних дел Южного Казахстана в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Притон» задержали 21 лицо, занимавшееся сводничеством, и поставило на учет 78 женщин, оказывавших секс-услуги. Об этом сообщает пресс-служба департамента внутренних дел. В ходе рейда в одной из саун города был обнаружен целый «Притон». По факту организации «Притона» полицейские возбудили уголовное дело по статье 309 Уголовного кодекса. С начала года стражи порядка раскрыли более 50 подобных фактов.